Всем привет! Начинаем позывные. Вспомните, про СССР у нас было такое. Начинается утро. Широка страна моя родная. Начинается зарядка. Обыкновенная зарядка. Никакой аэробики, никакого сверхъестественного нет. Просто говорит зарядка. Москва. Московское время 8 часов. Начинаем. Родная, много мне высоко, как голый, такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Я в другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Пять раз мне хватает. Где у нас дорога, старикам, везде у нас почет, широка страна моя родная. Много мне лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Интенсивнее. Такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Много лесов, полей и рек. Другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Страна моя родная, много месяцев, полей и век. И кто-то просто не знаю, где так больно дышит человек. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Так, не знаю другой страны. Только в нашей стране все хорошо, отлично, мне нравится. Занимайтесь зарядкой. Девушки, бабушки, женщины, зарядка нужна, чтобы мы двигались, я каждый раз это говорю, чтобы нам жилось хорошо, особенно сейчас коронавирус. Ой, овсянка, сэр. Так и хочется сказать, коронавирус. Господа, будем держаться, не будем унывать. Вчера была пасочка, я занималась паской, поэтому еще ходили с подругой в огород. Нас двое было, мы одиночки. Сидели все время под закрытыми дверями.
Поэтому мы друг друга не боялись. Кое-что посеяли, морковочку посеяли, редисочку посеяли. Пообщались как-то, посидели на солнышке. День хороший был. И поэтому я пришла не до зарядки. И утром рано уехали. Приехали уже в 7:00. Такая зарядка была хорошая. Так что вчера на свежем воздухе зарядкой занимались. Всем желаю здоровья, чтобы скорее закончилась вся эта песня нехорошая. Недавно посмотрела фильм. В 66-м году, оказывается, мы боролись с оспой. И за 19 дней ее победили. Это 66-й год прошлого века. А сейчас где наши ученые? Ладно, они работают, я верю. Всем пока. Не унывайте, все будет хорошо. Зарядка.